Всем привет, это канал Красного Герцога, и это Сабнафтика, и сегодня мы просто поплаваем по территории. В прошлой серии мы доплыли до электростанции, исследовали ее, получили там чертежи ионных батареек и ионных энергоячеек. Встретились с морскими драконами, нехреновые дуры, здоровые, страшные, кусачие, вот. Но узнали, да, куда нам дальше плыть, собственно, где примерно находится исследовательский, главный исследовательский комплекс. Ну, я, честно говоря, подустал за прошлую, за позапрошлую серию от этих мрачных локаций, темных, стрёмных и вот это вот все, и решил немножечко, так сказать, развеяться. Кстати говоря, яйца все еще не вылупились, да, которые я принес оттуда. Ну ладно, пущай вылупляются. Посмотрим, кто у нас там глубоководный заведется. Что я хотел, прежде чем мы, так сказать, продолжим, да, надо бы сделать энергоячейки. Во-первых, нам надо для топливных баков Нептуна сделать две ионных энергоячейки, вот. А во-вторых, они подходят и для нашего, собственно, циклопика. И, как я уже подглядел в интернетике, они сильно больше емкие, чем, собственно, обычные энергоячейки. В общем, оно того, как говорится, стоит. Поэтому давайте, значит, начнем сначала. Батареи надо наделать, да, это ионный куб, золото и серебро. Значит, мне нужно, здесь нужно две батареи, да, то есть 6 батарей на циклоп и две батареи на Нептун. Это получается, да, 2, да, 6, 7, 8 батарей. Значит, мне нужно 16 ионных батареек. А у меня, наверное, не хватит кубов. Кубов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мне не хватает 2 кубиков. Я даже сходу сейчас не скажу, где их взять. Но, думаю, они будут совместимы. Поэтому давайте мы все-таки заберем их все сюда. 12. Да, нету больше. Больше нету. Жаль. Так, и, соответственно, 12 золота, 12 серебра. Да, что-то я разогнался, 12 мне тупо не влезет в этот самый. Давайте сделаем по 6. По 6 батареек. А что у нас здесь горит? А, синюю скрижаль можно делать. Тоже, кстати, из ионных кубов. Так. Нет, провода не надо. Раз. Два. Три. 4, 5 и 6. Готово. Единственное, сейчас я хочу проверить. Ну, давай так проверим. А, стоп, подожди, это энергоячейки. Ну, в принципе, если батарейки ставятся на зарядку, да? Да, они ставятся на зарядку. Все. Энергоячейки тоже можно будет здесь заряжать. И еще 6 штук. Так, это я пока выложу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, 7-8, ладно. По 8 должно влезть материалов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Угу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Чудненько. Делаем еще 8 батареек. Так, готово. Забираем еще оставшиеся. И для ионных ячеек нужна силиконовая резина. Одна штука, да? То есть у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. У меня есть силиконовой резины 0. Силиконовая резина делается у нас из гроздев семян. То есть мне нужно 14... семян. Пойдем соберем. Вот и пригодились нам наши посадочки.
Я думаю, 14 штук мы тут наберем. Эйк. 2, 3. 3. Господи, 4. Ага, инвентарь фулл. Да, это будет немножко дольше, чем я думал. Так, готово. 14 батареек, 14 силиконовой резины. Начинаем делать ячейки. И седьмая. Все, 7 штук, 7 батареек, 7 ячеек, точнее, и у меня еще осталась куча силиконовой резины. Что-то я опять с ней не рассчитал, забыл, что оно делается по 2. В общем, да, а батареек надо 2, а резины 1. Ну и бог с ней, будет у нас теперь туева куча резины. Так, и давайте тогда, собственно, сделаем... топливные баки Нептуна. Еще нужен пласталевый слиток, кристаллическая сера 4 штуки и 4 кианита. Сера 4 штуки. 4 штуки кианита. У меня нигде его нет больше, да? Лишнего нема, да? Ну ладно. Значит, отсюда 4 штуки. И пласталевый слиток. Опять же, нужен титановый слиток. У меня его нет. 10 штук титана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И там что еще для него надо-то? 2 лития. 2 лития, которые тоже уже заканчиваются. Взял 2. Да, 2. Делаем пласталевый слиток. Сначала титан, потом пласталевый слиток. И идем строить топливные баки Нептуна. Все, хватает. Хватает. Пошли. Так, лезем. У нас уже весьма себе солидная ракета получается. Но сейчас она станет еще солидней. И будет прям совсем гигантская. Вот такая вот. О, дура. Здоровая. Но что же делать с пушкой, честно говоря, непонятно пока, да? То есть электростанцию, я думаю, мы электростанцию вырубим, пушка, йок, а нифига, электростанцию отключить нельзя. И пушка ж наш собьет же. Я, конечно, хотел это попробовать, но... Ну, да. Так, и... Угу, опять забыл. Интерфейс. Так, генератор щита циклопа, пласталевый слиток, эмалевое стекло и микросхема. Ух ты, ёшкин кот. Так, ну все это мы делали, поэтому сейчас еще надо титана будет накопать. Давайте сделаем это дело сейчас. А что там у нас нужно для титана этого, господи, щита циклопа, генератора? Комплект проводов, энергоячейк и полиэнилин. Ну, несложно. Несложно будет сделать. Тогда сейчас я все это дело соберу, сделаю ресурсы, да, и тогда включусь. Опять же, ради экономии времени на серию. Там планета смотрится шикарно. Так, готово. Сделал я. Собрал набор для изготовления последнего, я надеюсь, элемента нашей ракеты Нептун. Кабины. Вон там. Я отсюда даже и не видно, где она там делается. Но она там делается. И... Долго делается, однако. Какая она здоровая получается. И... Нептун-1 готова к запуску. Замечательно. А я упал. Так, готова наша ракета. Больше ничего с ней делать не надо. Ее можно... А, ее тоже можно раскрасить, да? А давайте мы ее покрасим. Покрасим. Красный у нас есть, желтый у нас есть. Синего у нас нету, да? Основа.
полоса будет желтая, вторая полоса пусть будет зеленая, только посочнее немножко. Вот так. Название, ну пусть будет Нептун, я не хочу менять, оставим Нептун. О, такая ракета, ой-ой-ой. Ой, какая. Да ну. Так, и как, собственно, ею пользоваться? Вот здесь вот, ага, лифт у нас. А давайте попробуем все-таки, что нам скажут. Что нам скажут? Вызвать лифт. Это лифт. Поехали на лифте. Как прекрасна наша саванна с высоты птичьего полета, а? Прям уж забрались, так забрались. База наша. Вот эти вот облачка, это, конечно, да, печально, что так и не поправили. Это острова, на самом деле. Вот остров с пушкой, остров Авроры, место встречи. Но они как бы остаются облаками. Да. Аврора. Ну, рискнем. Рискнем войти в ракету. Что у нас тут интересного? Подняться. Хорошо. Ага. Я могу с собой что-то взять. Очень интересно. Гидравлика. А что дает нам гидравлика? Нагнетание гидравлики. И чего? Ну. Вот она кабина. Наша финальная будет... Включить главный ЦП. Давайте включим главный ЦП. Система главного компьютера активна. Чудесно. Аврорка. А здесь что? Капсулу времени. Да, можно сделать капсулу времени и отправить ее кому-нибудь. Включить систему жизнеобеспечения. Системы жизнеобеспечения активны. И... Ракета не готова. А чё, ракета готова. Не готова пушка. Ну, я так не играю. Я-то думал, сейчас мы, понимаешь, сядем и полетим. А оно нам вот вообще вот так вот, да, просто. Ракета не готова, и всё. Так нечестно. Я так не играю. Или я что-то еще забыл. Или я что-то не включил. Да, не включил. Вспомогательный источник питания. Вот. Вспомогательный источник питания. А, и еще коммуникационная антенна. Вот. Теперь, по идее... Теперь, по идее, все. Готовы к взлету. Чудесно. Ну? Ну? И даст ли нам теперь взлететь... Ну вот что вам стоило, а? Ну что вам стоило сделать, чтобы можно было взлететь и быть сбитым нахрен? Получить ачивку лошара какой-нибудь там. Ну, я так не играю. Так неинтересно. Ну, я надеюсь, она у нас не разрядится, пока я буду гулять. Не хочу загружаться. Это долго. Ну и ладно, ну и пожалуйста. Ну и как хотите. Так, ладно. Поехали тогда вниз. Собственно, что еще? Нептун мы построили. Надо все это вырубать. Надо идти туда. Но больше мы туда пока, точнее, не пойдем. А поплаваем, как я и обещал, по другим регионам. Да, кстати, у нас же вылупились твари-то. У нас же вылупились твари, и это эти самые лавовые ящерицы, две штуки. Вот они тут ползают, плещутся. Вот такая вот наживность тут. Ну, чисто ради прикола, в общем-то. Ладно, так, давайте я попью, поем, и потом отправимся. Так, ну, первым делом, конечно, давайте поменяем энергоячейки на ионные. Сколько сможем? 3.
И здесь еще две тогда получается у нас, да? Раз и два. Все, одна ячейка осталась. Окей. Сейчас тогда я это дело выложу. Радио нас больше не беспокоит. Так, куда я полез, кто знает. По радио нам больше никто ничего не сообщает. Да не сюда, а сюда. Включаем свет, этот выключаем и ставим на штурвал. Что у нас? 1700. А, это нет, это метров. А, энергия здесь 100. Ну, ладно, хорошо. Так, куда мы поплывем? Первым делом я бы хотел сплавать вот туда, куда мы заплывали уже. Это капсула номер 2. Да, она отмечена у меня. И где она у нас тут? Аврора Суша. А где у нас у меня, собственно, капсула номер 2? Опять глючит? А, потому что она выключена. А, синим просто отмечено. Вот, капсула номер 2. Давайте сначала туда сплаваем. Блин, ночь началась как раз. Ну, пока доплывем, я думаю, посветлеет. Поплыли. И сразу какая-то тварь. А что тут за тварь такая? Не рифоспинды, здесь вроде больше некому быть-то. Так, я потерял. Я потерял, куда нам плыть. А, вот так. А, в смысле, подожди, а что ты? А, понятно, за этим не видно было просто. Хорошо, поплыли. Так, ну мы туда уже плавали, поэтому я опять же на паузу поставлю. И когда приплывем, включусь. Так, мы приплыли в регион этих островов, плавающих, да, кровавых корней и вот этого всего. Так, ага, к нам плывет наш друг-осьминог. Ага, все-таки не защищает щит, да? Ладно. Ну, отвали. Выключаемся. Вот так вот надо с ним. То есть мы выключаем все и все. Ну, а сейчас я просто пойду эту тварь отгонять ножом. Сейчас я его буду резать. Вали отсюда, скотина. Брысь, брысь, брысь. Медузоголовый. А мне похрен. Я не электрический. Валит. Валит, боится. Все, то-то же. Вырубил, взял мне под лодочку мою, скотина такая. Так, темнота, друг молодежи, да? Я тоже ни хрена не вижу, если что. Так. Поплыли дальше. Так, вроде больше никто мне тут не пристает. Так, здесь у нас островок. И нам прямо вниз надо. Вроде светло было тогда, когда я в прошлый раз сюда спускался. Или мне это показалось. Или, сейчас, или все-таки сейчас просто из-за того, что ночь. Ни хрена и не видно. Тут реально ничего не видно. Прям даже это. Так. На 500 метрах там было, да? Какие-то угри пошли электрические. И куча водорослей светящихся. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Какого существа? Опять у нас там... Этот самый. Где у нас камеры? Кто на нас напал? Не вижу. Не вижу. Ой.
такой. А, осьминоги, да, опять осьминоги. Ну, осьминоги, ладно, хрен с ними. Так, вниз. Все еще вниз. Тихо-тихо-тихо, не цепляйся. Там был здоровенный такой проход в гору какую-то, да? Я хочу в него зайти. Вот он, по-моему. 479 метров. Сейчас я тогда, наверное, выйду. Свет включим, чтобы в темноте не шарахаться. И посмотрю, где мы относительно капсулы. Да, капсула здесь рядышком. Вот она. И, похоже, да, это именно сюда. Вроде посветлело. Да, значит, от того, что ночь на дворе, было так темно. Настуран. Кстати говоря, вполне хватает этого Настурана, того, что я наделал 4 ячейки, они до сих пор живы-здоровы. Кстати, золото. Мне надо золото. Сейчас я его немножечко тогда покопаю и потом продолжу путешествие в эту дырищу. Так, накопался я золото, поплыли дальше. Пока светло, пока видно, куда плывем. Тут такое капитальное входище. Я надеюсь, что это именно вход, а не сейчас в стенку упремся. Будет обыдно. Но нет, это не стенка, это именно вход. Вон там какая-то дырка есть. Была. Только что. И куда-то пропала. Расположенный неподалеку проход, ведущий в биом с обширными окаменевшими остатками. То есть, я так понимаю, это просто второй вход какой-то, ну, второй, третий, десятый, другой вход, короче, в этот. Ну да, в затерянную реку. И там вон опять эта скотина плавает. Слушайте, капитальные деревья, а я их вообще сканировал. Хотя такие же там росли, да. Наверное, сканировал. Ну, в смысле, они на дне такие же растут. Да, вон там у нас красавец плавает. Очередной женец. А что ты там? Что ты там? Возбудился весь прям. Ну и да, вон моя база. В общем, это просто еще один вход в биом затерянной реки. Можно, конечно, тут поплавать, но, во-первых, здесь жнец. Во-вторых, я думаю, что ничего нового-то мы тут не увидим, да? Так, я за что-то зацепился. Я зацепилась. Отцепилась. Так. Хотя тут вот куда-то... Куда-то что-то. Водопады. Водопады, точнее, эти не водопады, а какие-то соляные растворы тут, да? Так. На малом ходу, чтобы не привлекать внимание жнеца. Ну что, поплаваем тут или поищем что-нибудь более интересное? Ну, кстати, деревья тут такой капитальный вид имеют. Тихо, 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 тихо. Нас тут нет. Иди отсюда. Иди отсюда. Опять этот, кстати, призрачный, да. Призрачный левиафан, который мы уже видели. Сколько? 97. Слушайте, мне нравится, как у нас энергия расходуется. Я и щиты же уже пару раз включал, да? Вот. И хоть бы хны. Куда-то он под землю ушел. В текстуру провалился. Ладно, черт с ним. Оп, согрелся скотина. И исчез. Вот все бы вы так. Вот все бы вы так. Взял и просто исчез. Молодец какой. Вот. Так, ладно. Тогда я отсюда выхожу. Если выйду, конечно. Если сейчас, по-моему, сюда надо, да? Ну да. Вот, выхожу и пойдем искать что-нибудь другое. Более веселое. Точнее, более незнакомое. Весело-то и тут. Нам по самое не хочу.
Так, я выбрался. Но, кстати говоря, место надо запомнить, потому что, собственно, заходить в эту подземную реку отсюда удобнее, несмотря на то, что здесь этот призрачный левиафан мечется, да, это все равно гораздо более, как бы, комфортно вход в локацию, потому что там все-таки тесновато на циклопе с той стороны заплывать, а здесь прям такие широченные место, вот, в общем, плыви не хочу. Так, к вопросу о не хочу. Остров Пушки. Давайте мы направимся вот примерно в ту степь, на восток. Вот туда мы, по-моему, толком-то, в общем-то, после этой самой Пушки и не плавали. А там должно быть тоже интересно. Подводные эти острова тут... И за ними там должен быть прикольный регион. Ну, а у нас как раз, как всегда, стемнело. Как-то мне везет на это дело. Надо было, наверное... А, кстати, интересно. А вот мне интересно. Ну-ка, стоп. А я могу здесь? А я не могу здесь. У меня нет строительного инструмента. Ладно. Я хотел узнать просто, можно ли на циклопе поставить кровать и проматывать ночь. Было бы интересно, да. Так... Ну, давайте подплывем к этому, или наоборот вниз здесь спуститься, а, на самое дно. Где оно тут? Вот в этом регионе с плавающими островами. На какую глубину можно опуститься? И что нас ждет на дне? Ничего. Скала какая-то. А дальше. Тихо, не надо. Не надо биться. Электростанции. Вот это вот все. Это мы уже на 400 метрах. Как далеко тут можно, интересно, все-таки упасть. Так, надо не забывать поглядывать на радар, а то будет мне приземление. А, нет, ты глянь, дно. Дно! И гейзеры. Ух ты. Ух ты. Давайте я, наверное... Тут, конечно, у нас акулы плавают. Да и черт с ними. Давайте выйдем, прогуляемся. Здесь солнечный свет уже не важен, потому что он тут и так... не достает. Поэтому можно в любое время выйти и пройтись. Ха. Главное, не в гейзер. Ап, ап, поесть хотел? На, кушай. А ты кто такой? А, ты же тоже акула, да? То есть на меня накинулись со всех сторон. Куча акул. Шикарно. И неплохо, кстати, покусали. А еще тут есть... Что просканировать? Пропульсионная пушка! Давайте ее подберем. На самом деле она мне, конечно, не нужна. Мне нужен титан. На тот случай, если я все-таки захочу что-нибудь сделать. Например, строительный инструмент. Так. А что-нибудь еще, кроме гейзеров лютых и кстати, золото же опять? Нет, это Настуран, по-моему, да? Да, Настуран. И сумасшедших акул тут есть? Гейзеры, блин, да, крутые. Еще ящичек. А в ящичке еще одна пропульсионная пушка. Круто. Залезть в жопу мира за пропульсионной пушкой. Так. Там наш циклопик подзаряжается, я надеюсь. О, еще какой-то ресурсик. Что это у нас? Серебро. Ну, давайте серебро я тоже... Да отвалите вы, господи, господи, сколько вас тут? Накинулись, блин. Сдох. Этот сдох. Да, серебро я тоже заберу. Тоже у меня его стало не очень густо после всех этих операций. Так, набрали серебра. И... Ну, собственно, тут, я так понимаю, вот такое вот оно дно, да? Ой, там прям я не хочу туда. Прям даже не очень, очень не хочу, но надо сплавать, надо набрать рыбёхи. А то я сейчас это...
А, ну тут просто так вот, да? Ладно. Ох ты, слушайте, это я их светом, что ли, так глушанул? Ой, как тут жарко. Медяхи, кстати, тоже надо пособирать. Прикольно, слушайте. О, куски лавы. И испарились. Ну, слушайте, а ярко светит тут фонарик-то. Хорошо все видно. Правда, смотреть не на что. Совершенно скучное и унылое дно. Больные акулы мне неинтересны, извините. Ладно, в общем, понятно. Здесь делать особо нечего. Тогда плывем дальше к острову Пушки. Не надо меня кусать за жоп. Так, мы доплыли до острова, я так понимаю, да? Вот у нас тут уже и светлеет потихоньку. Давайте немножечко пошаримся вокруг. Во-первых, найдем вход в пушку саму. Мне, кстати, интересно, а можно ли туда вообще на нашей лодке туда заплыть? Влезет ли она? Ну, наверное, влезет. Почему нет, да? Вот. И посмотрим, что тут вообще еще интересного есть в округе. А что-то тут быть должно. Я прям вот знаю. Дно. Тихо. Где вообще эта пушка-то была? А, еще глубже. Тихо. А что это у нас тут? Просто металлолом, да? Ладно. Просто металлолом неинтересно. Сейчас мы тут круги понарезаем. Может, что найдем? А может, за него заплывем и поплывем дальше? А? Вот здесь, например. Что это за яма такая? А, грибной лес здесь у нас, да? А какая пещера? Подожди. И, кстати, обломок чего-то там. А давай мы здесь зависнем. Стоп. Мне показалось. Показалось, наверное. И выйдем прогуляться. Так, как у нас вообще? Нормально, целое все. Нет, не туда я полез. Не туда я полез. Надо на краба. Да. С каким жутким звуком он... Эй, а чё? А почему? С каким жутким звуком он выпадает оттуда, что прям вообще такой, ой. Прям бум, рёв такой. А ты кто? А ты что хочешь? А ты в тыковку хочешь, наверное, да? Поэтому к нам сюда и пришла. Где ты? Иди сюда. На, на тебе. Еще хочешь? Нет, обиделась. Обиделась и ушла. Так, пушка где-то там. Я что хотел? Я хотел посмотреть... А, фрагмент корпуса циклопа. Шикарно. Шикарно. Только ты мне уже не нужен. Еще серебрюха. А это... Скажи, медь. Медь, медь! Да, медь. Мне медь тоже очень нужна. Давно уже заканчивается. А собирать по крупицам вот совершенно неохота. А тут, понимаешь, такая удача. Набрали медяхи. Так, и я хотел еще немножечко, еще серебро, еще немножечко тут оглядеться. Вроде тут, что вот это такое там горит? А, ну просто такая фигня, да? Это у нас не собирается, это у нас тоже не собирается. Так, ну что, здесь больше делать нечего. Место красивое, но не очень интересное, пустенькое. Давайте продолжим облет острова и посмотрим, что тут еще есть. Так, я тут немножко поплавал, просто ради интереса, посканировал вот эти вот синие шарики, которых у меня не было раньше, да? И, в общем, пока плавал, заметил, как говорится, вспышку справа. Которая, как я напоминаю, свидетельствует о том, что там есть какие-то крупные обломки. Вон она сверкает. Поэтому пойдем посмотрим. Стоямба. Кто у нас там? Это скаты, наверное, вот эти. Точнее, угри, что ли, вот эти вот.
что там были. Нет? Нет? Выключить. Отстань. Отстань. Кыш, кыш, пернатый, кыш. Брысь. Кто б ты ни был. Двигатель запущен. Сейчас мы потихонечку отсюда слиняем. Кто б ты ни был. Тихо, 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 тихо. Нет, 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 я ушел, 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 ушел. Все. Отстань. Отстань. Отстал. Более-менее. Так, где-то вот здесь что-то у нас сверкало. Акула. Нет, ну это не акула. Вот. Вот что у нас здесь сверкало. И я даже не знаю, был ли я здесь раньше. Наверное, нет. Я не помню. Давайте посмотрим, что это у нас такое. Сходим туда на крабе, чтобы был поближе источник воздуха. Блин, как же он все-таки падает, а? Как же он все-таки жутко падает. О, алмаз. Алмаз, подберись. Кстати говоря, мне не хватает только этого. Да, это угри, наверное, там виделись. Пластинчатого коралла не хватает, чтобы сделать строительный инструмент. Все, огреб? Нет, еще не хватит. Все, сдох. Так, целая грядка здесь. Я здесь точно не был. Энерговод. Да ну вы задолбали, блин. Бьешь вас, бьешь, а до вас не доходит. Так, значит, я здесь точно не был. Чудненько, чудненько. Давайте изучим, что у нас здесь тогда. Что у нас здесь светится? Ничего не светится. Фары мои светят. Ой. Ой. Ооо. Какая интересная территория. Ну-ка. Ну-ка, давай-ка ты вот здесь вот встанешь, а я здесь вот так вот поплаваю. Есть как минимум ящичек с водой. Чудненько. Что-то меня заклинило на этом. Чудненько, но не обращайте внимания. Не бывает. Так. Так, так, так. Тут больше ничего интересного. Оп. А ты что такое? Энергопередатчик. Ну, ладно. Давай я тебя все-таки просканирую. Тут он цапает при меня, пытается. Тут частей-то, кстати. О, вот ты где бесишься. Частей-то всяких разных. Еще и акул тоже дохрена. О, еще чертежик чего-то там, что у меня уже наверняка есть. А, легкий баллон высокой емкости. Да, это у меня есть. Ты собака чилийская, умри. Ты глянь, я ее действительно зарезал. Хе-хе-хе. Я молодец. Так, ну а еще где вход-то, алло? Здесь должен быть вход. Большой и толстый, я более чем уверен. Потому что кусман-то такой от души. Ну что-то ни хрена нет. А серия уже... Пора заканчивать. А, вот же, господи. Вот я слепошарый. Так. Вижу. Но сначала сюда. Меня интересуют записки. Потому что собрать-то я, по-моему, собрал, в общем-то, все рецепты, какие были. В общем-то, все, что можно сделать. Что, где? Я сделал. Ну. Ты же что-то здесь цеплял. Вот зараза. Неужто дверь открыта? Ну ладно. Давайте пойдем сюда. И здесь у нас еще один вход. И все. И энерговод. А, нет, еще есть дверь.
Ну давайте, время есть. Немножечко вырезать успеем, да? Давайте вырежем и посмотрим, что там за ней. Так, я вырезал, успел сбегать подышать. И давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, вижу КПКшку. Вижу дверь, которую нельзя открыть. Окей, берем КПК. Устав. Очень нужная вещь. И что-то еще, что опять же у нас уже есть. Ставись винтовка. Ладно, набираем титана. На циклопе у меня его нет, поэтому пригодится. Все здесь, да? Здесь все. Еще у нас там был тоннельчик. Тоннельчик. Где-то вот здесь. Нет, где-то в самом начале, да, вот здесь. Кстати, еще ставится винтовка. Черт с ней. Хватит с меня титана. Куда идем мы? Ух ты, тут можно. А, нет, тут нельзя. Прям куда-то. Если там ничего не будет, это будет прям вот очень обидно после такого прохода. И здесь действительно ни хрена нет. Зараза. Кроме бутылки воды. Весь этот путь ради бутылки воды. И даже не... Никакого КПК. Ну... Я так не играю. Можно было побольше всякой вот информации такой закинуть. Тут такой длиннющий путь и только бутылка воды. Ну, ёшкин кот. Ладно, возвращаемся на циклопа и продолжим наши исследования. Ну, продолжим их, наверное, уже в следующей серии. А эта серия тогда все. Времени уже много. Если она вам понравилась, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Оставляйте свои комментарии, делитесь впечатлениями о моем канале, о моем прохождении, об этой игре. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий. Да, и не забывайте подписываться на группу ВКонтакте. Ссылка есть в описании. А у меня на этом все. Всем спасибо и пока.